Актриса Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт до сих пор не могут избавиться от привычки прятаться после съемок шоу «Холостячка». По условиям контракта звезды не могли раскрыть свои отношения, пока в эфире не покажут финал сезона. Счастливая пара рассказала о своих уловках. Через несколько дней после окончания съемок Александр и Ксения уже начали жить вместе на съемной квартире. По словам главной героини шоу, у них не возникло проблем из-за совместного быта. Теперь, когда контракт больше не обязывает молчать, они рассказали о своих трудностях. «Мы так устали, что ждали грязную посуду, носки, свое гнездышко, чтобы никого не было рядом, никаких мужчин. Очень много времени уделяю своей работе после холостячки. Я сразу пошла в другой проект где-то через 3-4 дня. Поэтому у нас такой бытовухи не было еще», – заявила Ксения. Поначалу паре было очень тяжело скрывать свои отношения, так как фанаты заметили на страницах звезды кадры с одинаковой обстановкой квартиры. А Мишина допустила неловкую оплошность в машине у любимого мужчины. «Я взяла у Саши авто, потому что мое было в ремонте. Я поехала, сделала селфи в машине, а у него ремни безопасности красные. И все это разлетелось в Инстаграм, и все сразу написали: это Сашина авто, он победитель. Это был очень сложный период. Чтобы хоть как-то сохранить интригу, участникам приходилось часто разделяться и тщательно планировать любые походы за пределами квартиры. Так, Саня, ты идешь в этот магазин, а я в этот, ты покупаешь это, а я это. Дошло до того, что они по отдельности заходили в подъезд своего дома. И мы привыкли, реально привыкли. И сейчас можем идти, я немножко дальше от него. Он постоянно на меня кричит: почему ты так далеко? Ну что ж, друзья, радует уже то, что этой парочке не приходится скрываться, и они могут в открытую демонстрировать свои супер отношения. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.